Ну что, дорогие мои, всем доброго, прекрасного дубайского дня. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск про квартиры в Дубае. Покажу вам разные варианты. Сразу скажу, что цены у нас начинаются, в принципе, там даже есть от 107, от 150 тысяч долларов здесь цены. Будет очень интересный выпуск, смотрите до конца. Современные технологии, да, буду все рассказывать, как происходит оплата. Здесь, кстати, да, эскроу счета, как у нас и в России, то есть деньги хранятся не у застройщика, деньги хранятся в банке. Вот, много всего интересного. Все увидите, ну так просто, если кто даже не собирается покупать квартиру, для общего ознакомления вам будет интересно посмотреть. Устраивайтесь поудобнее, располагайтесь, как всегда, авансом заряжайте лайк, пишите ваши комментарии, потому что это влияет на ранжирование видео, тем самым это ваша благодарность мне. Прямо сейчас авансом это делаете, не забывайте. Вот, естественно, вы меня заряжаете этим, я вас заряжаю, как всегда, в своих видео солнцем, морем, вкусняшками, положительными эмоциями, потому что у нас еще много видео про отели, про отдых. Кто не знает, кстати, да, присоединяйтесь. Вот, все, приятного вам всем просмотра, начинаем. Вот под видео будут все доступные способы связи, да, Инстаграм, Телеграм, почта, WhatsApp, все что угодно. Это вы все хотите купить квартиру, да, как всегда, без агентских комиссий. От нас только, наоборот, всякие плюшки, мы встречаем вас, если буду я на месте, то я вас лично встречу, с меня не будет, мои менеджеры или партнеры вас встретят, как в Дубае, так и в Турции, Таиланде, на Кипре, вот везде-везде. Без агентских комиссий, от нас, наоборот, сопровождение, от нас открытие расчетных счетов, помощь в оформлении ВНЖ, помощь с резидентством, то есть вот все, что вам нужно будет, да, такси, локации, экскурсии, отдых, все совсем мы помогаем. Так что пишите, оставляйте заявку или переходите просто на сайт, под видео есть тоже ссылки, или в Телеграм, смотрите там все варианты квартир, так приценивайтесь, если нужно. Вот, ну а мы, конечно же, вам поможем определиться с застройщиком, да, определиться с проектом, потому что выбор всегда стоит у вас разный, да, кому-то нужно под инвестиции, кому-то нужно для собственного проживания, вот, либо для собственного проживания и сдачу в аренду, да, то есть вы напишите нам, скажите свои цели, скажете, что вам нужно, вот, и мы поможем, конечно, вам это все реализовать. Ну что, мы с вами сегодня приехали в Дубай Хиллз, это у нас район с виллами обалденными. Сегодня у нас встреча у лидирующего застройщика. Такие современные комплексы, конечно, строятся вообще. Смотрите, как все было на макетах представлено. Так все реализовал заживую этот район. Вы, наверное, все уже могли видеть. Бурдж-Халифа, фонтаны поющие, Дубай Молл. У нас с вами Даунтаун Дубай. Скоро будут реализовываться еще новые проекты, самые современные вообще. Просто поражает, конечно, воображение все, что будет строиться. Все, что уже строится с лагунами. Просто обалденно. В некоторых проектах даже лагуна у нас. Есть проекты с низкоэтажной застройкой, есть проекты с высокоэтажной застройкой. Тоже своя территория частная, с охраной, все, подземный паркинг. Снизу у нас кафе, рестораны, заведения, озеленение вокруг территории. Здесь у нас бассейны, вся инфраструктура, детские площадки. Внутри у нас сауна, хамам, фитнес, во всех практически комплексах все их есть. Квартиры есть со своими большими лоджиями. Есть квартиры просто с балконами. Цены разные, проектов очень много, поэтому можно выбирать. И вот у нас супер новый, супер современный будет проект Дубай Три Харбор. Здесь у нас были построены самая высокая башня Дубай. Но сейчас башня Крик не строится, потому что ждут, когда достроится другое высотное здание в другой стране. И потом буду строить эту башню уже, чтобы обогнать тот проект, чтобы Крик была самая-самая высокая башня Дубая. Здесь тоже будут проекты со своими лагунами. Ультрасовременный. Здесь будет такой даже проект на острове. Смотришь на все эти грандиозные проекты и просто поражаешься. Да? Вот. Какое все современное, какие современные технологии. Цены разные, проектов очень много, поэтому можно выбирать. Считайте, что вы хотите, какой бюджет, какие квартиры вы хотите. Одна спальная, двухспальная. У нас это one bedroom, two bedroom. И мы подберем вам то, что вам нужно. То есть в разных комплексах, куда ли не от моря, в зависимости, что вы хотите, для жизни, для инвестиций, смотря какая у вас цель приобретения. Хотите приезжать на отдых, да, как, пока вас нет, вы можете сдавать квартиру. Комплексов огромное количество, выбрать можно все, что угодно. Естественно, все без агентских комиссий, все по цене застройщика, у вас прямые контракты будут с застройщиком. Мы, наоборот, только вас сопровождаем, и всякие фишки от нас, бонусы, открытие расчетного счета, да, помощь в оформлении резидентства, помощь в ВНЖ, если это Турция будет. В общем, все-все-все бонусы от нас. И поможем выбрать, какой проект лучше вам подойдет, какого застройщика с точки зрения ваших интересов, да, для инвестиций, для своего проживания личного. Только бонусы, только удобства. Смотрите, как у нас здесь грандиознейший проект. Огромнейшие просто виллы, таунхаусы, все что угодно. Лагуны делаются, специальная система очистки проходит, чтобы
ничего не портилось. Современные технологии, инженерами все разработано, все уже проверено, опробовано. Есть низкоэтажная застройка, есть высокоэтажная застройка. Во всех комплексах, естественно, сауна, фитнес, хамам, баня, тренажерки, вообще полностью все, что угодно. Есть теннисные корты, футбольные площадки. Район просто обалденнейший, все так застраивается. Видите, там вообще огромные лагуны, вокруг у нас виллы. В общем, квартиру на любой вкус можно подобрать. Самое главное – желание у вас. И надо определить вашу цель, что вам нужно, то есть все, хотите для себя жить, под инвестиции, чтобы приезжать самим отдыхать, чтобы потом сдавать в аренду, когда вас нету. Вот, либо просто купить и перепродать там на один год, на два года. Как правило, у нас это 25% первый взнос, потом идет рассрочка. Бывает такое, что рассрочка действует еще после ключей, то есть после того, как квартира сдается, и вы еще платите несколько лет. В общем, варианты рассрочки тоже очень-очень гибкие, много разных вариантов. Количество проектов огромнейшее, просто выбрать можно все, что угодно. Виллу, таунхаус, просто квартиру однокомнатную, двухкомнатную, студию, трехкомнатную. Вот еще у нас один интересный проект, жилой квартал. Здесь очень такой интересный комьюнити. Вот здесь точно будут соседи, потому что видите, какая застройка сидит. Очень класс, тоже подземная парковка, вся инфраструктура. Естественно, в комплексах сауна, хамам, фитнес, бассейны, детские площадки, прогулочные улицы, там есть вообще вся инфраструктура, кафе. Скучно здесь точно не будет. У нас с вами уже район с виллами, уже все построено, все зеленое, огромный район. Здесь уже полностью все готово, все достроено. Здесь виллы со своими бассейнами, своей инфраструктурой. Все, естественно, въезд под охраной, под шлагбаумом. Представляете, раньше здесь была пустыня, да? Теперь здесь виллы, теперь здесь зелень, теперь здесь деревья. Каждое дерево здесь оснащено системой полива. Так, может быть, незаметно, но если присмотреться, проходят шланги, и во всем Дубае каждое дерево питается водой. Поэтому план здесь вообще высадить сады, леса, парки, то есть чтобы был кислород. Сейчас сажают такие деревья специальные, которые вырабатывают огромнейшее количество кислорода. Есть лагуны, где уже запустили фламинго розовый. Они уже там летают, живут здесь. Как я уже говорил, в планах к 30-му или к 40-му году сделать Дубай самой лучшей страной мира, чтобы все хотели сюда приезжать и жить здесь. Естественно, летом в жару, конечно, будет жарковато, на лето обычно куда-то все уезжают. Вот, ну так вот, все равно у нас в Турции тоже, вот, когда мы живем, когда 41 градус, на самом деле, довольно-таки комфортно. Вот, в Дубае будет, конечно, чуть пожарче, но у тебя все равно дома кондиционер, в машине у тебя кондиционер, в офисе есть, у тебя тоже кондиционер. Вот, ну и плюс на море можно спасаться. И таких зеленых районов уже огромное количество. То, что было запланировано, уже реализовано. И то, что еще запланировано, будет тоже все реализовано. Сейчас у меня следующая встреча. Как вам локация с офисами застройщиков? Очень интересное решение. Здесь можно посмотреть все варианты отделки. Потрогать все, пощупать, как это у вас будет. Здесь такие необычные потолки. Ты стоишь, ничего не моргает, и двигаешься. Все светится. Слушайте, очень интересное решение. Застройщик так все реализовано. Можно приезжать даже с детьми на выбор квартиры. Деткам есть, тоже есть чем заняться. Детская площадка для деток с песком. Горки, качалки, качели. Даже теннисный корт есть, чтобы в перерывах между работой менеджеры могли поиграть. Ну и клиенты, если захотят, тоже можно в теннисный корт здесь поиграть. Очень необычная реализация. Мне прям... Так, здесь у нас тоже есть интересные проекты. Надо чистить квартиры, виллы, таунхаусы. Квартиры тоже со своими бассейнами. Хамам, фитнес, сауна, все есть. Подземная парковка, одна парковочное место включено, стоимость. Прогулочные зоны, детские площадки, игровые площадки, парк, бассейны. Все есть во всех комплексах, во всех квартирах. Виллы со своими индивидуальными бассейнами. Детские игровые площадки идут с навесами, фонтаны есть в комплексах. Есть разные варианты, пишите, и от вашего бюджета подберем вам квартиру, студию, one bedroom, two bedroom, одна, двухкомнатная, трехкомнатная, кому что нужно, дуплексы. Вариантов огромное множество, можно удовлетворить любые запросы. Для себя, под инвестиции,
как хотите. Можно купить, потом перепродать, чтобы заработать, либо купить, чтобы для себя, когда вас не будет, можно, кстати, отдать в управление и сдавать в аренду. И тем самым зарабатывать. Тут же система рассрочки от 20-25%. И дальше платежи уже идут до сдачи. И есть еще варианты в некоторых проектах. После сдачи также можете дальше платить. То есть у вас получается вы ключи получили, и у вас дальше как рассрочка идет. То есть уже можно сдавать в аренду и платежами от аренды уже закрывать платеж застройщику. Очень интересный проект. И вот коллега Алмаз. Добро пожаловать. Сейчас будете вам рассказывать и показывать. Сейчас расскажет нам про все проекты. Да. Давайте послушаем. Давайте начнем с проекта Kitura Reserve. Это мастер комьюнити закрытого характера. Находится в самом сердце, скажем так, Мухаммед бен Рашид Сити. То есть этот район MBR City, District 7, находится в 8 минутах езды от локации Дубай Даунтаун. То есть там же, где у нас расположен Бурдж Халифа, Дубай Молл и Дубай Опера. Вот. На территории Kitura Reserve мы имеем три фазы. Это, во-первых, жилые дома резидентские, низкоэтажные, G+10 с левой стороны, G+10 с правой стороны, и посередине G+14 этажей, то есть 11-этажные дома и 15-этажные на нашем языке, скажем так. Вторая фаза, это вот серые коробки, вы видите, 90 земельных участков под строительство индивидуального дизайна виллы. Вот. А размер земли здесь достаточно высокий для по меркам Дубая, что составляет от 9 соток до там, 15 соток земли. И в виде треугольника, то, что вы видите, вот линия такая, да, это линия таунхауса. Сам по себе проект на 85% уже продан, а у нас в основном остались только one bedroom, two bedroom и four bedroom на пентхаусы, и то они появились у нас недели две назад, находятся во втором билдинге, то есть мы объединили one bedroomные квартиры, 4 штуки, в большой 4-bedroom пентхаус. Здесь все, что вы видите посередине, наш центральный парк, 100 тысяч квадратных футов. В сам участок земли, скажем так, на котором находится комьюнити, составляет 27 гектаров. Вот из 27 гектаров 40% отдано только под зелень. Причем зелень мы привезли эксклюзивных реликтовых деревьев, как оливковые деревья бонсай, привезенные из Италии, Испании, Греции. Также австралийские деревья и пальмы из Америки, называются Вашингтония. Бассейн, внешний бассейн 100-метровый, бассейн внутренний, также есть комната для тренажерного зала, получается, комната для медитации, рестораны, кафе, магазины. Вот. У нас имеются два вида. Вид со стороны бульвара, вот он, пожалуйста, эта сторона бульвара, она стоит дешевле. Стартовая цена за one bedroom составляет 3 миллиона 200. А если мы говорим такой же one bedroom, который смотрит на сторону парка и Бурдж-Халифы, то будет стоить в размере 4 миллионов дирхам. Окей. У этого проекта, что немаловажно, самый крутой payment план. Почему? Потому что ни у одного другого застройщика на сегодняшний день в люксовом сегменте недвижимости нет понятия постфендова. У нас это все еще есть актуально. То есть вы ключи получили и 2 года также продолжаете оплачивать оставшиеся 40%. Это очень удобно. Можно это очень удобно. Сдавать в аренду. Да, и частично покрывать ее да, как оплату рассрочки. Причем большие размеры. И мы предоставляем полностью с мебелью, с техникой. А техника премиального сегмента Nibble, Sub-Zero, Dyson. Мы с вами сейчас находимся в шоу-апартаментах. То есть показательная квартира нашего проекта. Здесь мы имеем 215 квадратных метров. При этом, пожалуйста, заснимите, да, как вы можете увеличить ваш зал на дополнительные 52 квадрата. Это территория самого балкона, самой террасы. Все, что вы видите, мебель вся встроена, она входит в стоимость покупки. То есть имеется в виду мягкая мебель, террасная мебель. Высота потолка составляет 3,2 метра. У нас имеется, как это называется, камин, да, fireplace. Вот камин, то есть он имеет свойство увлажнения воздуха, потому что это пар, испарение происходит, с красной подсветкой, то есть в виде огня. Это не настоящий огонь. Это не настоящий огонь, да, естественно, ну, чтобы в рамках безопасности. Да. Здесь три цвета мы используем. Это шампань, это бронза и это травертиновые оттенки. Да? То есть все такое timeless стиль называется, вне времени так называемый стиль. Все, что вы видите на экране у себя, все это будет входить в стоимость. То есть Miele холодильник. Miele, как вы знаете, это премиальный сегмент бытовой техники. Я его называю Maybach из Германии. Вот, у нас будет микроволновка, причем, смотрите, тут также еще дополнительный подогрев еще присутствует, да, кофемашина,
Это уже миля. Нержавеющая сталь цвета шампань, не оставляет следов отпечатков пальца. И необычный кран бренда Кокер, производство Нидерланды. То есть помимо горячей и холодной воды, у вас еще будет из крана идти кипяченая вода и газированная вода в том числе. Да, посудомоечная машина также от Милли, духовой шкаф, плита, здесь вытяжка у нас. И самое главное, винный шкаф с двумя разными режимами температуры, 12 градусов, 6 градусов для белого, красного вина от бренда Sub-Zero. Вот. Также у нас такая вот бакалея, да, скажем так, для продуктов питания вы можете использовать такую подсобку. Все очень аккуратно выполнено. Целый остров для приготовления пищи, да, для употребления пищи. Везде, если посмотрите, легко открываются у нас шкафчики при нажатии, да, таким вот образом. И у вас подсветка внутри, все очень качественно и стильно выглядит. Если вы, вот, вы спросили про студию, у нас все еще есть студия в этом проекте, называется МАК-330. Здесь очень крутой план платежей. Я его называю ипотека беспроцентная. То есть 7,5 лет по 1% клиент оплачивает в течение месяца. Причем 50% от стоимости квартиры платится до получения ключей июнь-26, и остаток 50% 4 года, 50 месяцев по 1%. G, ground этаж, 29 этажей у нас верхних, то есть 30-этажная башня по-нашему, имеет отдельно стоящий аппендикс такой, да, 5-уровневый подиумный паркинг, и на крыше этого паркинга у нас имеется инфраструктура, то есть бассейн Infinity для взрослых, бассейн для детей. Здесь у нас зона террасы барбекю, то есть шашлыки можно будет жарить, раздевалки, комната отдыха релаксационная, комната медитации, тренажерный зал, детская игровая площадка закрытая, открытая, 9 пассажирских лифтов, плюс 10 сервисный лифт. Вот. Есть у нас опция с балконами, да, посмотрите, и опция без балкона. Три основных фактора по этому проекту МАК-330, значит, 7,5 лет вам платежей, полностью с мебелью, с техникой, большие размеры. То есть студия начинается от 52 квадратов. И самая большая two-bedroom, кстати, вот опция апартаментов. Она вот в 21 серии находится в этой стороне, смотрит на вилла комьюнити, соседнее здание. Составляет 150 квадратных метров. А цены начинаются? Да, правильный вопрос. Цены стартуют от 815 тысяч дирхам, это плюс-минус 225 тысяч долларов, до 1 900 000. А какая удаленность от моря? А от моря 25 минут езды. Это у нас получается какой район? Дубайленд, Global Village. Да, вот, туристическое место, Global Village. Проект идеально подходит для сдачи в аренду в этой местности, как на краткосрочной основе, так и на долгосрочной основе в том числе. Так, а с какой размер будет ежемесячных платежей вот, за обслуживание комплекса? Да, правильный вопрос. 15-18 дирхам. Давайте условно возьмем квартиру, студия, например. Площадью 594 вот, фута, чтобы вы понимали, да, 594 фута мы умножаем на 15. Получается 8910 дирхам в год. Мы это делим на 12. В месяц получается 742 дирхама в год. Теперь, если мы хотим это... 742 дирхама в месяц. Да, 742 дирхама, сори, в месяц. В месяц, да. А я сказал год, а, в месяц. Вот. А теперь, если мы это переводим в доллары США, то это будет 202 доллара в месяц, либо умножаем на 12, 2434 доллара в год. Это как бы все расходы, получается, кроме электричества, воды? Да, коммунальные и... расходы уже по приборам. То есть туда включена парковка, обслуживание бассейнов. Да, смотрите, паркинг сам по себе уже включен, да, то есть не как в наших странах, он же при это отдельно. При студии или квартиры, однокомнатные, неважно, да, одно парковочное место. Да. Если... И тубедрум тоже одно место. Да. И следующий расчет, тут уже не нами он продиктован вот DLT, земельным департаментом Дубая, то есть площадь выше 1600 футов, а соответственно два парка места. Меньше одно парка места. При покупке квартиры здесь DLT 4%. Да, Дубай он единственный, единый вернее. Сауны, хамам, фитнес, все здесь есть. Все есть. Детские площадки. Да, вот мы уже поговорили, вот здесь вот закрытая детская кровать, открытая. Просто да, не увидел, да, здесь. Детский бассейн, взрослый бассейн, шезлонги. Шезлонги, да, для загара. И какая-то инфраструктура будет, кафе.
коммерческие помещения. Коммерческие площади присутствуют, да, они тоже будут находиться, кафе будут. И шаговая доступность у вас, ну, смотрите, линия метро в этом проекте откроется, в этом районе, вернее, откроется к 29-му году. Вы буквально недавно анонсировали, что синяя ветка метро будет открыта к 29-му году. А сдача проекта? А сдача проекта июнь 26. 26 год. Да, сейчас я вам хочу показать наглядно план платежей. И, собственно, если мы говорим про development, про застройщика, мы уже, начиная с 2003 года, в Дубае присутствуем. И за эти 20 лет было реализовано 15 проектов. И 5 проектов сейчас у нас в активной фазе стройки. Плюс в ближайшее время мы анонсируем запуск новых проектов в такой локации, как Дубай Даунтаун, будет с видом на Бурдж Халифа. Экспансия происходит на территорию Швейцарии, в город Лугана. Там тоже будет находиться этот проект. Это такой вот спойлер для ваших зрителей, подписчиков. Одни из первых уже узнают эту информацию. Если говорить о качестве и о надежности компании. Конечно, благонадежность компании, чтобы вы понимали, мы входим в топ-5 крупных частных застройщиков Дубая. Репутация у компании очень высокая, проекты были реализованы даже раньше времени, вот, вовремя. Вот. И что самое главное, качество именно строительства. Да? Вот. Также, чтобы вы понимали, начиная с прошлого года, компания у нас сотрудничает, коллаборирует с брендом Ritz-Carlton, то есть это мы зашли в ультралюксовый сегмент недвижимости, и сейчас этот проект Ritz-Carlton мы активно строим. Он все еще, кстати, есть там у нас в наличии, one-bedroom'ные апартаменты с хорошим планом платежей. Там цена начинается от 8,5 миллионов дирхам до 20 миллионов дирхам за квартиры. Также у нас самые дорогие виллы, особняки, строящиеся офф-план, стоимостью 268 миллионов дирхам. Это 70 миллионов долларов США. То есть такие вот еще особняки есть, две штуки в наличии. Локация Крик-сайд. Прямо напротив заповедника Рассельхор и напротив Крик Тауэ, то есть вторая, это будет самая высокая башня в мире. И с другой стороны будет открываться вид на Бурдж-Халифу, на Даунтаун Скайлайн. Сдача? Сдача март 26 год, да. Это будет тоже закрытое сообщество ультралюксового сегмента. Один дирхам, чтобы вы понимали, это 25 рублей на наши. Да, либо если в долларе перевести, 3.66, да, вот курс не менялся 30 лет. Единой. Теперь, смотрите, Global Village находится у нас вот здесь, тематически, как этот, фестивальная зона. IMG парк у нас находится здесь. Низкоэтажная, высокоэтажная застройка. Наш проект, вот он, собственно, красный. И линия метро, станция метро, да, 5 минутах ходьбы. И напротив у нас проект называется Альбарали. Вот. Когда это все будет завершено, это выглядит будет вот таким образом, как смотрится на карте. Да? Dubai Land, Wadi Al-Safa 4, либо комьюнити называется City of Arabia. А вот, собственно, если мы смотрим, центр города у нас Бурдж-Халифа, мы выезжаем на финансовую улицу, попадаем на улицу Рас Аль-Хор, поворачиваем на Dubai Alley шоссе, и потом снова поворачиваем налево, значит, Мак 330 у нас будет находиться ровно 18 минутах езды от Бурдж-Халифы, от даунтауна. Вот, собственно, IMG – это вот тематический парк, самый большой в мире крытый тематический парк. И Global Village – это у нас территория фестивалей, ярмарок и выставок. Наши зрители видели IMG парк, мы там были, вчера там снимали, да. Здорово. Вот, вот как раз-таки рядом в 3 минутах от АМЧ находится наш проект. Когда все это будет завершено, это будет выглядеть вот таким вот образом. Лобби очень симпатичное. Стиль называется дизайн индустриальный, то есть открытые потолки. Вот лифтовый холл у нас так выглядит. И, собственно, 6-й этаж, хелс-клаб, как мы помним, вся инфраструктура с бассейном, с развлекательными зонами, очень много будет зеленых насаждений, терраса, вот здесь можно жарить шашлыки, у нас будет зона барбекю, бассейн с другой перспективы. Собственно, еще одна фотография. Теперь мы с вами можем пройти в зону главного входной группы. То есть, собственно, вот она дверь. Она будет точно такая же в квартире присутствовать. Мы с вами еще раз напомню, в квартире находимся 215 квадратных метров. Комната для домработницы. В Дубае это очень принято. Если у вас, в принципе, нет домработницы, вы эту комнату можете использовать как гостевой bedroom, да, гостевая спальня, потому что имеется свой санузел. И либо же как кабинет, например. Ну, в принципе, как кабинетное решение мы вот предлагаем такую опцию. То есть здесь у нас зона офиса, кабинета и выход у нас на территорию мастер bedroom. Да, то есть главная хозяйская спальня. Почему это главная хозяйская спальня? Потому что имеет выход на террасу. Вот, вот собственно, дверь, граница закрывается здесь. У вас уже будет свой санузел. Вся сантехника у нас японского бренда Toto. Вот, значит,
как это называется, раковина ручной работы, да? Это камень. Это камень, да, камень. И мы имеем здесь зону для него, гардеробная зона для него, секция. Вот, собственно, еще глубокие шкафы, таким образом. И противоположная здесь у нас сторона для нее. Зашли, с правой стороны у вас будет кухня. Полностью она идет оборудованная, встроенная нами, предоставляется застройщикам. Я вам сейчас покажу выведенный экран. Санузел достаточно большой, 2 на 2,80, да, это просторный санузел. Столовая зона, это 4 персоны стол. Зона дивана, то есть вся будет мебель вот такого формата, называется бренд Casa Samusi, итальянский бренд, но производится она на территории ОАЭ. Вот, телевизоры, вся техника будет корейских брендов Samsung, LG и вот, собственно, этот бренд EVOLI называется. Вот, и также будет выход на балкон. Квартира будет выглядеть вот, собственно, как на экране. Мы предоставляем, наши рендеры даже соответствуют действительности, то есть это уже подтверждено нашими клиентами, те, которые приобрели, и прямо один в один все будет схоже. Цены на квартиры это уже с учетом мебели или без мебели? Все, включая мебель. Все с мебелью и с техникой. Да, при все, этом это все в рассрочку, все под ключ. Не так, как у нас в России. Не как в России, очень, да, то есть... Или черную, или белую. Нет, у вас помимо ремонта у вас будет мебель мягкая, мебель встроенная, техника, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник, газовая плита, духовой шкаф, микроволновка. Заезжай и живи, совершенно верно. При этом еще не плати, да, скажем так, после того, как ты заехал, имеется в виду, оплачивай по чуть-чуть, да, по 1% ежемесячно. А давайте, чтобы вашим зрителям было понятно, вот я вам выведу на экран, значит, стоимость, например, one bedroom, sorry, студии, к стоимости 814 тысяч дирхам, вот, собственно, чтобы люди понимали, да, как эта рассрочка у нас работает. 814 тысяч дирхам, либо же 225, я сейчас в голове примерно посчитал, тысяч долларов, студия, 52 квадратных метра, 225 тысяч долларов. Чтобы забронировать эту квартиру, необходимо всего лишь 25 тысяч дирхам, либо 6,5 тысяч долларов. А далее, эта же сумма, которая 25 тысяч, они будут отминусованы от первоначальной суммы, которая составляет 20%, либо 162 800 дирхам. То есть, простая арифметика, наши уважаемые зрители. Нет никакой накрутки, да? Вот, пожалуйста, вы можете сами. 814 тысяч минус 20%, это будет 162 800. Так, 4% DLD – это регистрация в земельном департаменте Дубая, то есть так называемая stamp duty, да, где клиент оплачивает в пользу государства. 4% платится сразу от всей суммы, да? Да, DLD. Совершенно верно. То есть 814 плюс 32,560, чтобы вы понимали. То есть это как дополнительно к итоговой стоимости квартиры. Вот. И 5000 регистрационные сборы, так как клиент не будет сам регистрировать, а квартира будет зарегистрирована от имени клиента с самим застройщиком, то есть нами. Также до июня месяца 2024 года у вас будет перерыв у клиента вашего. Начиная с июня 2024 года по декабрь 2025 год, 20% будут распределены ровно по 1% ежемесячно в течение 20 месяцев. Вот. Также снова дальше будут у нас каникулы, начиная с декабря 2025 года по июнь 2026 год, полгода. И на ключах, когда уже будет проект завершен, июнь 2026, клиент 10% оплачивает. То есть итого, с сегодняшнего дня по июнь 2026 год клиент оплатил ровно 50%. Угу. Вот. И далее уже, начиная с июля 26 года по август 30 год, то есть клиент уже заехал, живет, либо сдает в аренду, а еще лучше, если он сдает в аренду, его, значит, рассрочка будет частично покрываться арендными доходами в пользу рассрочки до августа 30 года, потому что после получения ключей оставшиеся 50% от стоимости квартиры будут как отсрочка платежа в течение 4 лет до августа 30 года. Эскроу-счет в банке, да? Уже все готово, да, эскроу-счета готовы, SPA, договор купли-продажи готов. Как только клиент оплачивает вот эти вот 20%, 4%, 5000, все будет уже направлено на договор купли-продажи. Здесь о надежности можно еще так же говорить, как у нас в России. Эскроу-счета, да, то есть деньги не у застройщика, деньги хранятся, да, в банке. Если что, тогда ему случается, то... Да, это уже государство. Да, сохраненные, соответственно, да. Так, а есть локация на карте вот этого проекта? Угу. Пальцем показываю. Вот здесь мы с вами сейчас находимся, наш офис. Здесь вот Бурдж-Халифа. Из нее мы попадаем на улицу Financial Road. Здесь мы поворачиваем на Рас Аль-Фор. Едем. Снова едем по шоссе Дубай-Аляйн. Аляйн – это название города. И поворачиваем налево. Шейх Мухаммед Бен Заед Роуд.
И здесь, собственно, мы приезжаем к нашей точке. Сколько у нас получилось? 18 минут. 18 минут? Да. Ну, грубо говоря, 20 минут. До моря, допустим, от МАК-330 вы выехали Шейх Мухаммед бин Заид Роуд, повернули на Умсукы и едете по прямой. Здесь мы попадаем напрямую к Бурдж-Аль-Араб, Парус отель. И вся эта территория получается у нас Кайт Бич, общедоступный пляж. Очень шикарный пляж. Здесь от нас до моря 25 минут езды. Дубай сейчас экспансию свою ведет в сторону вот вглубь, да? Угу. Растет активно в этом направлении. В сторону до Абу-Даби, получается. Абу-Даби у нас на той стороне. Да, потому что все земли вдоль моря уже все приходованы. Вот буквально недавно был анонс новой пальмы, пальма Джумейра Али, которая будет в два раза больше, чем пальма Джумейра. Потому что на Пальм Джумейра уже все земли проданы. Вот. И в первый же день продаж был ажиотаж. Люди стояли в очереди, не могли себе позволить купить виллу там, за 5 миллионов долларов. Да, потому что было слишком много желающих приобрести, а вилл самих не так много. Вот поэтому все быстро завершилось в течение часа. Себя хочу добавить. Контракт у вас будет напрямую с застройщиком. Да. Да, можно удаленно заключать. Контракт. Можно удаленно. Мы, кстати, да, правильный момент вас затронули. Мы сразу же генерируем ссылку на оплату. То есть это как онлайн-транзакция. Клиент оплачивает, переходя по ссылке. Допустим, как депозит, так же и остальные счета, вернее, суммы по первоначальной сумме. Первоначального взноса. И далее мы принимаем криптовалюту, то есть официально застройщик компании. Это очень удобно. Да, это очень удобно. Там 30 секунд. Да, деньги поступают очень быстро. Вот. Также мы можем выставить свифтом банковский перевод, то есть через банк произвести оплату, там, в зависимости от страны банка происхождения, от 3 до 5 рабочих дней сумма поступает. Сейчас есть доступные способы, там это Райффайзенбанк, ребята. Да, банк МТС, например, я насколько помню, тоже вот у меня клиент оплачивал. Мы выставляем счет в дирхамах, да. Можно в долларах, евро. Да, клиент может оплачивать со своего долларового либо еврового счета. Евро сейчас у нас, да, и конвертация. Работает. Доллар не работает, евро можно оплатить с Райффайзенбанк. Ну вот, так получается, да. И что еще? И наличные мы принимаем. Да, то есть здесь можно быть на месте, если, допустим, через брокера. Здесь тоже есть, да, способы перевода, мы помогаем. Вот от нас никаких агентских комиссий, все по ценам от застройщика, наоборот, только бонусы от нас какие-то, да, помощь в оформлении резидентства, открытие счета в банке и все нужные услуги, которые здесь могут понадобиться. Да, потому что, как правило, кто у нас покупает, да, наши клиенты, они, как правило, через, ну, 90% сделок происходит через брокеров. То, что да, город, конечно, да, это удобно. Это очень удобно. Вот. То есть только одни плюсы, никаких минусов. Да. То есть вам нет необходимости брокерам что-либо платить, поэтому мы выплачиваем, наоборот, комиссию нашим брокерам. Мы, наоборот, вас встретим в аэропорту, привезем, все покажем, расскажем и по экскурсии повозим. Так что инвестируйте в Дубай. Да, все очень хорошо. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Приятно было все послушать. Если будут какие-то вопросы, пишите под видео все ссылки, вся информация, все доступные способы связи. Ответим на все ваши вопросы. Ну, конечно же, ждем. Можно онлайн-презентацию, да, провести? Да, можно в Zoom выйти, да. Поэтому вообще без проблем. Да. Или в Zoom, интернет, либо приезжать сюда, встретим вас, все расскажем, да, и все покажем. Кому как удобно. Все, спасибо огромное. Пожалуйста. Таким образом. И противоположная здесь у нас сторона для нее. Вся сторона для нее. Шкафы. Могу для тоже. Побольше, для нее побольше, да. Именно таким образом мы и сделали. Запах, который мы слышим, кстати, камера жалко, что не передает этот запах, это наш фирменный запах. Да, вот, собственно, для нее еще большой шкаф с ригелем. Специальные системы, да? Да, вот он, аромамаркетинг наш мы используем, то есть он распыляет, и это вот фирменный запах, то, чтобы у наших клиентов была ассоциация с домом. У нас получается первый этаж. Ну, это же, видите, это шоу-рум. Это шоу-рум, поэтому он находится на граунд-этаже. Такие же балконы находятся на многоквартирных домах, да, соответственно. В 10-этажных домах только. Это именно этот именно этот тип планировки. Да, начиная с первого этажа. И то, смотрите, первый этаж здесь по понятиям, чтобы вы понимали, граунд-этаж, лобби будет 8 метров, потом идет у нас еще подиум, еще 4 метра, потом только первый этаж, второй этаж. То есть, условно, первый этаж в этом проекте, это как четвертый этаж в обычном другом доме, например. Высоко, короче. Да, высоко. То есть не на земле, или там не как в наших странах. Теперь, если мы с вами увидим гостевой санузел, вот посмотрите, система умный туалет, да, вот видите, таким образом все это работает, да, только стоимость одного туалета составляет 10 тысяч долларов, таких туалетов у нас 3,
Да, и здесь, обратите внимание, во-первых, какой огромный у нас гостевой санузел. Еще поместились стиральная машина и сушка. Тоже от Мигля. Вся техника тоже уже стоит. Да, плюс мы предоставляем Dyson пылесос и Dyson фен. Вот, обувной шкаф. И здесь у нас вторая спальня, идентичного же размера, вот, но уже дизайн немножко будет отличаться. Под батеку здесь выполнено. Это у нас two bedroom. Это у нас two bedroom. Здесь стоимость начинается от... Вот именно эта квартира, осталось всего две опции, на втором этаже, на первом этаже, стоимость 7 миллионов 98 тысяч дирхам. Это... Есть еще one bedroom. Есть еще one bedroom, 3 200 000, а до 4 300 000, там в зависимости от вида. Площадь у него 110 квадратных метров. Есть 4-bedroom пентхаус стоимостью от 16 до 18 миллионов дирхам, площадью 475 квадратных метров. Вот, все. Умножать на 25 в рублях. Стоимость в рублях. Да, свой санузел. Все то же самое, как мы видели в предыдущей спальне.